сегодня мы открываем с Катей вот такие посылки. Я уже боюсь куда-то камеру. А то она... Мою идею. О, здравствуйте. Так, все, давай. Смотри, вот тут вот такая фигня есть, как... А где? Нет. Да здесь она. Вот она, эта фигня. Ага. Вот. У меня селенок, я так. На. Кстати, сегодня отжимания заметила, не проверяли? Да. Катя, это хорошо. Просто это же наклея. Вау. Я даже не появилась. Катя, ну это почему нет? Ой, подумай. Катя, Пэт. Это Пэт. Какая серия? Третья серия. Это оригинал. Это оригинал. За копейки. Это оригинал. Это не оригинал, Катя. Все, уже поняла. Это говорю, это не оригинал. На Эльзу невозможно. Ты что делаешь? Открываю, как открывать. А зачем его открывать? А, вот. Все, это вот последняя. Да, я видела. Алиса выпустила видео. Ой, люди. Люди, это чешуя. Это чешуя. Мама, кстати, у нас есть подходящая подушечка для вот этой. Давай посмотрим, чем она переливается. Где она переливается? Стой, подожди. А можно просто вот так, наверное. Да подожди, Катя. Подожди. Да не надо. Слезь на потолок, слезь на потолок. Она сияла там, сияла, как у мамы. Катя, для нашей пижамной вечеринки это наш самый раз. Это понятно. Мама. Я еще. Она серебряная. Она серебряная? Да где? Да, мы просто заказали. Правда, она колючая? Немножко. Вот, в смысле, она вниз розовым, вверх серебряным. Класс. Можно как и LED написать, там тоже канал LED, твой, две сестрички. Так, я напишу просто Лова. Подожди. Очень. Сколько эта подушка стоит? Мам, просто она стоила. Алиса, ты сюда. Да ты на попала. Я упала. И вот так вот трогаешь, вот так. Подожди, сейчас, давай. Вот, смотрите. Вот так еще. Подожди, а если так сделать? Дальше, я сейчас покажу. Вот этого дома надо. Вот это. Подожди, а если... Вот. Мне больше нравится вверх его делать. Да. Она такая глазка крутая. Все, пока, Катя. Ну ладно, пока. Все, давай. Все, давай, пока. А кого нет кривого, да, не подходит? Нет. Все, пока. Это наволочка, мама. Пока, Кать. Пока-пока. До каникул. Давай. До завтра. Поехали. Все, моя комната преобразится. Смайлики. 2 месяца. 2. Ну, мы заказали, если в декабре это будет. Декабрь. Ну, обычно. Да я сказала, что у вас появится. Ну, в смысле, у меня... Я не думала, что у нас Пэтси появится. Тут оказалось, что появились пацаны.
говорят, что вот в этих... Не уронил. Ну, клево, клевые посылочки пришли, мне нравится. Скрипки это было. Уже весна. Скоро лето будет. Давай, лето. Кто любит лето, ставьте пальчики вверх. А вон там у нас радуга, вон она, радуга детства. Вот. Любимый. Будет продолжение, поэтому подпишитесь на канал.